Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 5 вересня буде Міжнародний день благодійності. Як розвивається благодійність у нашому місті, в Україні та у світі в цілому, ми сьогодні поговоримо з нашою гостею. Сьогодні я вітаю у прес-центрі телеканалу «Відкритий» Катерина Панченко, віце-президентка Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання». Я вас вітаю! Та, добрий день. Катерина, 5 вересня, як вже я встигла сказати, Міжнародний день благодійності. Більшість з нас лише поверхово знайома з цим поняттям. І у чому ж важливість благодійності, і у чому важливість святкування саме 5 вересня цієї дати? Та, ще раз хочу з усім поздороватися, добрий день. Мені дуже приємно бути сьогодні в цій студії, накануні Дня Всемирного дня благотворительності, який весь світ відмічає вже 7-й рік підряд. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году, поскольку благотворительность была признана одной из важнейших человеческих ценностей. И, что символично, наш Всеукраинский благотворительный фонд «Мироздание» тоже в этом году отмечает свое 7-летие. То есть, по сути, наш фонд был учрежден на пике осознания мировой общественностью благотворительности как социальной ценности. Для чего нужны такие дни? Конечно же, для того, чтобы мы все могли обратить внимание общественности на такое явление, как благотворительность, заинтересовать, проинформировать людей о том, какие на сегодня существуют вопросы, которые вызывают озабоченность, какие на сегодня существуют актуальные, действенные, инновационные способы решения тех или иных вопросов. Ну и, конечно же, это день для того, чтобы поговорить об этом, привлечь внимание и заинтересовать то, чем мы сегодня будем говорить, о тенденциях, обо всем новом и або всякому інтересному благотворительності. Дійсно, про це ми сьогодні будемо і говорити. У чому ж важливість благодійності, саме цього процесу, поняття? Ну, благотворительність, вона являється одним із важніших потребностей чоловіка – бути полезним, совершати полезні діла на благо обществу і, що саме головне, совершати їх совершенно безкорисно, тобто бути полезним, бути цінним для общества. І іменно в благотворительности человек может реализовать свою потребность, потому что это действительно общечеловеческая потребность. Кроме того, благотворительность объединяет людей совершенно разных социальных статусов, разных возрастов, разных национальностей. И объединяясь, появляется гражданская вовлеченность. И эта гражданская вовлеченность уже формирует и развивает общество в новом качестве. Растет качество жизни, улучшается общая осведомленность о вопросах, как я уже говорила, да, которые существуют, и о том, какими совместными усилиями можно это решить, как мобилизовать волю, ресурсы, как вдохновить людей на решение вопросов. В этом самая главная ценность благотворительности. Які тенденції благодійності зараз у світі і на якому взагалі рівні розвитку знаходиться благодійність у нашій країні і безпосередньо у нашому місті у Дніпрі? Ну, благотворительность как социальное явление, конечно же, очень чутко отзывается на изменения жизненных реалий. Конечно же, совсем недавно на самым главным трендом, самым главным вопросом благотворительности, направления усилий в эту сферу были вопросы экологии и, конечно же, последствия стихийных бедствий. На сегодня все мы живем и можем это ощущать на себе в связи с мировой пандемией. Вектор интереса, вектор взаимодействия сместился в сторону медицины. Но все равно, так или иначе, тенденции меняются в зависимости от того, какие сюрпризы преподносит нам жизнь. Но основными всегда остается это инклюзивность, доступность образования для всех, доступность медицины для всех, ну и, конечно же, вопросы экологии. А что тоже хотелось бы отметить среди новых тенденций, в благотворительности, что наблюдается в мире, появляются новые благотворительные фонды с четко ориентированной специализацией, что, по моему мнению, я считаю, является большим преимуществом для таких фондов, поскольку они могут более профессионально решить те или иные вопросы, связанные непосредственно с их специализацией, поскольку уже есть наработанный инструментарий, есть наработанные методы и способы. И, с другой стороны, людям тоже понятнее, в какой фонд обратиться за решением того или иного вопроса, если специализация четко обозначена. Вот. К таким фондам как раз и относится наш фонд «Мироздание», потому что у нас есть четкая концепция, мы помогаем спорту и его развитию в Украине.
Розкажіть нам, до речі, детальніше про саме ваш фонд «Мироздання». Як ви вже встигли сказати, ви займаєтесь просуванням і допомогою українському спорту. Скільки ви вже існуєте, у якому форматі працюєте? Да, нашому фонду уже 7 лет, и ну, глобально наша задача – это развитие спорта в Украине, формирование спортивно ориентированной украинской нации и популяризация благотворительности как таковой. Есть, конечно, более локальные задачи, это то, что касается, да, сугубо помощи спорту. То есть это адресная ситуативная помощь спортсменам, спортивным организациям на постоянной основе, развитие спортивных направлений помощь, да, популяризация. Также работа над тем, чтобы спортивная инфраструктура преображалась. Это реконструкция существующих залов, помощь в строительстве новых залов. І, звісно ж, популяризація самої благотворительності як такової. Як відомо, окрім того, що ваше направлення – це конкретно спорт, спортивні усі моменти, ви ще й залучаєтесь до благодійності інших якихось конкретних заходів, благодійності інших направлень. Чому, вибравши специфіку спорту, ви допомагаєте все одно і іншим сферам? Да, это очень интересный вопрос, потому что мы для себя определили главной стратегией, что именно вот проведение креативных, масштабных, самых ярких мероприятий является мощным инструментом для популяризации благотворительности как таковой, поскольку это действительно ценности, люди должны к ней приобщаться, и либо же, если это берется какое-то направление спортивное, либо околоспортивное направление, если уже виды, допустим, у нас технического спорта, то благодаря таким мероприятиям, привлечению людей, это является мощным толчком для развития этого направления. Поэтому люди, приходя на наши мероприятия, то есть мы выбрали для себя проводить именно такие мероприятия, которые Днепр никогда не... То есть у нас Днепр спортивная, культурная столица. И мы, конечно, хотим, чтобы именно в Днепре происходили самые-самые яркие мероприятия, те, которые Днепр никогда не видел. С гордостью могу сказать, что благодаря нашему фонду Днепр впервые увидел фестиваль песчаных скульптур на Дне независимости Украины в 2017 году. Затем была лазерная елка «Мироздания». Также мы провели самый настоящий огромный авиамодельный фестиваль, который никогда не проходил в Днепропетровске. Сюда съехались специалисты, мастера именно международного класса. И впервые жители Днепра вообще поняли, что авиамодельный спорт – это не какие-то маленькие модели, это огромные модели, фактически размером с настоящие самолеты, но это радиоуправляемые модели, которыми люди могут управлять. Также, что касается сугубо спортивных направлений, также могу с гордостью сказать, что благодаря поддержке фонда Федерация дзюдо Днепропетровской области учредила всеукраинский турнир «Украинка». Это первый в Украине женский турнир, потому что до этого такого не было. И, конечно же, именно я горжусь тем, что благодаря поддержке нашего фонда этот турнир ежегодно проходит в Днепре. Сюда съезжаются все самые-самые дзюдоистки со всей Украины. Ну и тоже у нас есть направление «Академическая гребля». И также мы открыли новую страницу в данном виде спорта, учредив кадетскую регату «Золотое весло». Поэтому именно такие яркие, запоминающиеся мероприятия, которых до этого не было, привлекают внимание к благотворительности. Люди приходят, получают радость, вдохновляются, приобщаются, интересуются. И, дай бог, будет гражданское вовлечение в этот процесс. Ви говорите про проєкти, якими ви пишаєтесь, і от особисто з вашого досвіду, який момент за всю існування, за весь час існування фонду «Мироздання» видався для вас найемоційнішим? От було багато проєктів, але, можливо, якийсь із них запам'ятався найбільше, або це був взагалі не проєкт, а якась зустріч? Саме завжди, як буває, от что-то развивается. То есть вот, фонд, да, с самого начала имел свою идею, и мы постепенно ориентируемся на современные тенденции, мы в ногу со временем идем, самые-самые последние инновационные методы. И, конечно же, вот самый эмоциональный был, это вот привести сюда к нам в город, это был первый масштабный фестиваль песчаных скульптур. То есть вот взять и сделать что-то неимоверно масштабное, не изначально не понимаю, насколько это пройдет, насколько это будет интересно здесь, мы же такого не видели, и действительно эти огромные фигуры там сопоставимые с размерами грузовиков, то есть опять же, да, масштаб, кто как себе представляет
фигуры из песка. В детстве лепили на пляже что-то там из песочка. Люди, конечно, были поражены. И нас, в свою очередь, поразила культура, потому что Днепр действительно это культурная столица Украины, потому что так, как происходило это мероприятие, нашло 3 дня, и с какой культурой, с какой ответственностью люди посещали его. То есть не было никаких там попыток что-то разломать, разрушить, только созидание. Поэтому я хочу сказать, что вот этот старт, который дал вот именно вот эти масштабные мероприятия, он самый эмоциональный. И, ну, как говорят художники, какая самая любимая картина – это та последняя написанная, да, и та, которая еще не написана. Поэтому самый эмоциональный, конечно, это старт. Но каждый последующий наш проект, наш фестиваль, он еще более масштабный. Я также хочу сказать, что вот у нас, кроме авиамодельного фестиваля, мы вот на прошлый день города провели на Комсомольском острове фестиваль воздушных змеев. Такое вот действительно в Украине, ну, а тем более в Днепре, можно было только по телевизору увидеть, потому что когда мы включаем ТВ и видим вот это вот сумасшествие, которое небо превращается в океан, и в нем просто невероятных размеров фигуры. В общем, это тоже эмоционально. И вот что не вспомню, все эмоционально. Но старт, конечно, самый эмоциональный. Ви неодноразово говорите про якісь нестандартні підходи, які взагалі ось ці нестандартні підходи та особливі, можливо, моменти використовуються у благодійності не тільки вашим фондом, а взагалі у світі, в Україні. Ну, я хочу сказать, что, как я уже обращала внимание, мы стараемся быть самым прогрессивным, самым таким модным благотворительным фондом. И мы, конечно же, используем все современные технологии. Как бы, да, век современных технологий, он сам диктует нам, что использовать. Конечно же, современный сайт, доступный, понятный, соцсети, где мы показываем свои мероприятия. Но то, чем мы, безусловно, гордимся, это программа благотворительного краудсорсинга, которую мы реализуем на площадке нашего сайта. Краудсорсинг как явление в мире распространен. То есть это решение группой людей на абсолютно бескорыстной основе, решение креативное решение какой-то поставленной задачи. То есть люди путем тем, что обмениваются идеями, решают какую-то задачу. И благодаря нашей площадке благотворительного краудсорсинга, что это значит? То есть можно, что такое благотворительность? Это помощь ресурсам. Это может быть денежный ресурс, это может быть идеи, это может быть просто какое-то умение, это может быть просто подсказка, это может быть наоборот сообщение о каком-то там предложении развить что-то. И вот когда это все совмещается, эти все идеи, бывает рождается что-то совершенно новое, не связанное с этим, но что-то потрясающее, очень полезное. Як же ж стати благодійності таким, якщо можна сказати, брендом, трендом, аби люди не просто про неї чули і знали, що хтось там займається благодійністю, якісь фонди, а залучалися і теж ставали от до лав благодійників? Ну, вот именно над этим мы работаем каждый день. Команда мироздания работает, чтобы само понятие благотворительности расширялось, чтобы это не было вот линейное понимание. Есть проблема, есть деньги, закрыли вопрос. Нет, мы хотим от ситуативной помощи, да, перейти к благотворительности на постоянной основе, то есть сделать благотворительность стилем жизни для современного украинца. Именно для этого проводятся такие яркие мероприятия, чтобы обратить внимание, что благотворительность – это активно, это позитивно, это вдохновляюще, что человек может даже просто идеей, даже каким-то умением, просто участием своим, да, на мероприятии, даже просто тем, что он популяризирует это мероприятие, рассказав знакомым, что будет такое мероприятие, да, опять же, он обращает внимание на такое явление, как благотворительность, и мы тем самым популяризируем ее. То есть мероприятия яркие, и как первый этап, да, вот приобщения, то есть заинтересовались, это модно, а затем вовлеклись в этот процесс. Я хочу, чтобы, то есть мы работаем над тем, чтобы вот благотворительность, вот не секрет, что в развитых европейских странах благотворительность – это статусное понятие. Каждый человек, преуспев в чем-то, бизнесмен, спортсмен, он всегда обязательно участвует, либо создает свой благотворительный фонд, либо направляет на постоянной основе средства в благотворительные организации для решения тех или иных вопросов.
Поэтому я хочу, чтобы у нас в стране благотворительность была престижной, статусной, наравне с тем, как люди гордятся, да, когда они говорят, у меня есть качественное образование, я знаю несколько иностранных языков, я много путешествую, чтобы расширить свой кругозор, и я занимаюсь благотворительностью. Чтобы вот эти вот все, чем гордится человек, чтобы занятие благотворительностью, это было статусно, и человек этим гордился, говоря о себе, всегда причислял вот этот аспект жизни к своим достоинствам. А чи часто взагалі, знову ж таки, на власному досвіді ви стикалися з якимись проблемами, і, можливо, ці проблеми проявлялися саме у байдужості людей? У нас тут в Україні є така тенденція, що більшість людей байдужі до проблем інших або байдужі до тієї ж благодійності. Ну, здесь вот как раз и есть вот та проблема, которую мы хотим преодолеть. Вот это, скажем так, индифферентность людей к тому или иному вопросу, да, не касается лично, потому что все привыкли помогать ситуативно. То есть нет такого понятия, я участвую в благотворительности все время. То есть я просто понимаю, что я хочу определенные суммы, либо определенное время тратить на это. То есть это волонтерство, творчество, что угодно. Вот, поэтому именно вот проблема вот тех, что людей это не так глубоко цепляет, нет стиля жизни. То есть вот почему-то не зацепило это, но зацепило другое. Там, допустим, перепосты в соцсетях, какая-то действительно помощь денежная. Это есть ситуативно и точечно. Это именно вот поэтому это происходит. И именно с этим мы хотим преодолеть эту проблему и сделать из ситуативной помощи адресной постоянное участие в благотворительности как стиль жизни. Як от пересічному громадянину, який не пов'язаний з благодійністю, але у нього з'явилося таке бажання залучитися до якогось фонду, там, можливо, навіть до вашого, не просто там звернутися за допомогою, а саме стати, от як я вже казала, стати до лав благодійників. Вот, опять же, возвращаемся к нашей платформе благотворительного краудсорсинга. Мы о ней говорим беспрестанно во всех интервью, на всех мероприятиях. Все очень просто. У нас даже на сайте есть очень простая форма. Напиши идею. Там даже не нужна какая-то верификация, идентификация, если люди боятся, допустим, какие-то свои личные данные давать. Нет, можно просто обозначить свое имя и идею и написать нам. Мы всегда открыты к общению, всегда стараемся все смотреть. Я даже лично стараюсь уделять время, читать лично все сообщения, на них отвечать. Поэтому здесь просто не нужно бояться. Фонд – это не что-то фундаментальное, страшное, холодное, бюрократическое. Мы живой организм, мы живем сегодня в таком мире электронных технологий, мы все находимся в одной сети, все очень просто, соцсети, электронная почта, сайт, мы все просто рядом. Мы как бы далеко, но все очень рядом, и очень быстро можно реагировать на обращение. Поэтому я просто всех приглашаю, присоединяйтесь к нашим проектам, заходите на сайт, оставляйте свои идеи, делитесь, и мы обязательно вместе сделаем наш мир лучше. Мені здається, що завжди поруч – це дуже крутий слоган для благодійних організацій, для благодійних фондів, тому що дійсно завжди поруч з тими, хто потрібен, хто не байдужий. Залучайтеся і ви до благодійних фондів, до благодійних організацій. Напередодні дня Міжнародного дня благодійності ми поговорили про актуальні теми, актуальні проблеми благодійних фондів, благодійності в Україні, світі і у нашому місті безпосередньо. З нами сьогодні була наша гостя Катерина Панченко, віце-президентка Всеукраїнського благодійного фонду «Міроздання», про який ми теж сьогодні почули, дізналися багато інформації. Я закликаю вас не бути байдужими, допомагати усім, чим тільки можливо, людям, яким необхідна буде ваша допомога. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Не перемикайте і до нових зустрічей!